Приветствую всех! С вами Тирамос, мы продолжаем проходить Resident Evil Mortal Knight. В прошлой серии мы с вами взяли зеленый ключ, выбрались из засады, в которой нас, возможно, единственные выжившие из работников этого участка оставила. Так, пока что я этот ломик выкинул. А, потому что я пойду к офису Старс, смотрю, надо ли нам туда сейчас. Я не помню, от чего у меня ключ. Но сначала проверим офис. Потом, в общем, возможно, стоит проверить подвал. Хотя, с другой стороны, по-моему, дверь к подвалу, я не уверен, что мы ее вообще откроем. Я просто этого не помню. Палевная музыка играет, как обычно. К чему удивление? Я знаю, что до конца коридорчика мне бежать не надо сейчас. От того. Просто до офиса добежать. Тут, по-моему, много зомби. Не факт, что я смогу ножиком отбиться, тем более у меня здоровье маленькое. Ага, сюда нам не надо. Окей, давайте тогда перезапустимся, потому что я не хочу тогда будить этих зомби, они мне сейчас не нужны. Да и быстрее так будет. А, я вспомнил, где второе место. Нам 2-2 нужно. Да. А второе место у нас находится же вон там. Ну, не на лестнице. Вот здесь вот. Давайте сразу тоже откроем. Чтобы уже... Вот, можно было потом избавиться от ключика. Слишком много раз нажал кнопку действия в попытках побыстрее пропустить надпись, что мы открыли. И давайте тогда пойдем в тот проход, где лизуны сидят. Для этого я возьму мегапушку. 4 выстрела с этой мегапушки хватает на одного лизуна. И еще она отталкивает этих самых лизунаторов. Конечно, с магнум они, по-моему, тоже вот с этого выносятся в упор быстро. Может быть, даже и хороший вариант с него. Но это уже этой. Для экономии, там, разнообразия, не знаю, для чего еще. Все-таки очень хорошо, что сохранение есть, это правда. Без сохранения было бы жестоко. Куда ты лишнюю пулю выстрелил? Звука четвертой пули не было, но нажатие я успел сделать, чтобы четвертую пулю выпустить. Так, пока не буду я этих тех лизунов драконить. Я стоп. Может, наоборот, будет удобно, что они сейчас уже потихонечку куда-то выдвинутся. Если они куда-то сейчас же идут, возможно, они с этим не проход особо. Так, он никуда не смотрит. Сколько у вас тут?
два. Чего? Я думал, тут была забита дверь эти. Вот этой монтировкой. А вот что было забито. Сломали монтировочку. А, стоп. Нифига сюда иду. У меня же зажигалка не работает. А, в принципе, вот за этим. Конечно, вакцины у меня нет сейчас. А вот эта загадка тоже немножко изменена. Будем от худшего к лучшему. Нахрен, так. Не-не-не-не-не-не-не, спасибо, спасибо. Я обойдусь как-нибудь, спасибо, игра. Нафиг так жить. Нет, правда, это... Я просто туда не пойду. Так, вот это. Тогда куда мне нахрен идти? Подвал остается, да? Так, опять-таки давайте откроем дверь ключом. Я забыл про эту дверь, надо было ее, конечно, до сохранения открыть. Лекарство, да, у меня есть с собой. И, конечно, этот паразит... Которая там появилась, это не страшная штука там. Перестрелять, точнее, перерезать его или даже передавить ногами его личинок. И просто дождаться, когда он выползет в эту широкую часть. Это не страшно. Меня просто сам факт не радует. Тем более, по сути, я, получается, лишних лизунов убил. Что делать? Часть этих лизунов я бы не смог никак обойти. А вот другую часть лизунов я спокойно смог бы обойти. Так, нет, я иду в офис. И в офисе нас ждет, надеюсь, проход дальше. Потому что у меня уже мало вариантов остается, куда я могу пойти. Да, отлично. Что здесь? А, здесь пока все еще хорошо, потому что энергия у нас на месте. Так, в первую очередь интересует вот эта дверь. Она открыта. Не убегай, прошу. Я искал тебя долгое время. Я Эванс. Что вам нужно от меня? Кто вы? Будем по-хорошему. Буду честен. Я работаю на Umbrella. Моя задача спасти тебя. Я не хочу навредить тебе. Представитель Umbrella. Я бы рад пойти с тобой, но я не могу. Там большой монстр. Он преследует меня. И он убил людей вроде вас. Монстр?
Я защищу тебя, пока это все не закончится. Обещаю. Я могу спросить тебя кое о чем? Я заражена, если это то, что вы хотели узнать. Мой отец создал этот вирус. Я буду страдать просто из-за того, что я его дочь. Ты не будешь страдать. Наши люди исцелят тебя. Монстр. Это я забыл, что здесь катсценка сейчас будет. Чего? Она убежала сюда? Мы можем за ней погнаться? Нет, мне кажется, нет. Давайте сюда выйдем, но вряд ли я ее найду. Окей. Я сначала подумал, что там этот паразит появился. Там какой-то хруст. Я напомню, что я игру очень плохо слышу. Поэтому... Для вас, может быть, это было очевидно, что это были за звуки. Я просто какой-то небольшой треск услышал. Были у меня также мысли, что это просто вот эта штука заискрила, например. Вот это, кстати, странно, зачем закрыли эту комнату. Могли просто оставить ее пустой и ничего там больше не делать. Мне кажется, очень громко сейчас будет. Дайте-ка я немножечко... А! Ну, конечно. Вот на такой, на таких настройках я примерно играю. А я прошу прощения, если было очень громко вот эти первую половину серии. Я просто реально не знал, что настройки звука сбрасываются, когда я перезахожу. По... игру. Ну, то есть вот это F9 нажимаю. Ты сможешь прийти? Или мне лучше сразу тебя? Две пули надо на лизуна. Значит, насчет одной пули увеличился. Они ползут. Да, там прицела тут никакого нет. Здесь стать. В эту комнату я пока не пойду. Я что-то странное сделал. Эта комната как закрыта. А, она просто. Я все-таки сначала ту половину помещения проверю. Так.
Надо тут так смотреть. Дверь не может быть открыта, как обычная дверь. О, блин. Поторопился, сам виноват. Что здесь? Кто здесь? Здесь ничего. О. Эванс, не тупи. О. Вакцина. Еще вакцина. Красота. Использовать я их пока что не стану. Потому что зачем нам пока что их использовать? Здорово. Один из членов нашей команды. Он дышит, но без сознания. Ограждение сломано. Слишком маленькое, чтобы войти. Взрослый. Мне кажется, вспомнил. Или вспомнил, или догадываюсь, что сейчас будет. Такое смешанное у меня сейчас чувство. Я хочу сделать что? Правильно. Убрать эту штуку. Убрать ленту, потому что она мне сейчас не нужна. А, монтировку тоже убрать. Что она нужна только в одном месте и то в другом. И взять дробовичок. Пулей. Пулей, да. Пулька дробовика у нас... приличное количество. А вот этот тип, если я не ошибаюсь, конечно я может ошибаюсь и надумываю себе, но мне кажется, сейчас будет нелегко без дробовика справиться, поэтому ну нафиг. Нет, ну что? Я думал, он будет здесь. Странно. Ладно, наверное, туплю. А, вот ты где. Извиняй, но нафиг ты идешь. Мастер-ключ. Ага. Выглядит важно. Так, сейчас нам надо пройти что-то. Вот я не уверен насчет того, что с дверью морга. По-моему, я туда не попадал. И, возможно, какая-то секретка с этим связана в этой игре. Я не уверен. Ага, значит, была закрыта. Ну, в принципе, стоило догадаться. Так, ты... Ты не похож даже на зомби, который встанет. Даже странно, как так быстро этот тип превратился... чудище. Этот Райан. И
это непонятно. 86. По-моему, что-то типа такого надо сделать. Если я ничего не путаю. А, туплю. Это же просто. Вот так. Были открыты 4 зоны. Парковка, комната вооружения, комната ожидания, комната хранения данных. Но с одним побочным эффектом. Жалюзи перестали работать. Не скажу, что это хороший побочный эффект. Зеленый. Не, хотел сказать, точнее, даже синий. Я имею в виду огонек, а не пролезуна. Нафиг здесь. Так, предметы это очень хорошо. Не подсказал это даже. Ну ладно. Серьезно. У меня же места так не хватит на игра. Ничего, придется этого лизну. Покушать. А, нет. В принципе, на это места хватает. Пойдемте скинем все в сундучок тогда. Ты куда покоцал на меня? Че подсокал на меня? Кошмар. Просто кошмар. Да, он здесь не всегда, к счастью. Зомби, ты меня пугаешь. Так, ну, естественно, они так не смешаются. А, стоять. Ты куда нахрен? Я оранжевый. Лекарство есть, все еще. И вот честно, что-то мне подсказывает, что боезапаса у нас тут уже достаточно. Поэтому, пожалуй, давайте-ка лизуна ушатаем все-таки, спустя столько времени, сколько он меня тут мучает. Возможно, он меня ранит, мне придется лечиться как раз. Да ладно. Надо было на самом деле не так сделать. Я затупил. У тебя ничего нет. Ты жив. Смотрите-ка. Даже не зря убил. На одну пулю в плюс ушел.
Пожалуй, да. Давайте уйдем отсюда, что тут реально слишком много зомби. Ах ты скотина! Ну да, в нем предмет лежал, он из-за этого отреспаунится. Не, ну конечно, вот этот момент... Я подзабыл, что тут сейчас будет такое бешеное количество зомби. Ты, по-моему, крепкий. Давайте вот так. Подлец маленький, а? Стоять. Все хорошо здесь. Кстати, возможно, что-то связано будет, если я смогу зачистить вот то помещение. Может быть, что-то от этого изменилось бы. Я не уверен. И вот они проснулись, да? Туда потом пойду. А сейчас сначала я схожу в комнату хранения, ну, в архив, в общем-то. Здорово. Кто тут? Ну, мою нафиг, меня тут нет. Я не хотеть. Так, комната с архивом находится, по-моему, как раз там, где здесь. Тут не по-моему, а точно. Я все просто думал, каким путем лучше пойти. Где все? Ну ладно, как так? Никто не пришел. Прям удивительно. Я в принципе. Oh.
Вот вы двое, да? Вот оно что, в чем дело. Так, у этих ничего нет. Ни один из них не среагировал. Блин, ты что делаешь? Да что ж ты такое? У тебя ничего нет, да? У вас ничего нет. Зомби пошли сквозь это окно. Здорово. Такой дерзкий. Чего с 30 километров не схватил? Злин летучий. Вот тебе что надо. Да отвались ты от меня. Неровный-то какой. Кошмар. На боезапаса не так уж и много. Так, с лекарствами что? А, лекарства есть. Это, вот это классно. Сейчас подлечусь, чтобы потом уже не тратить время. Давай к тебе сюда. Так, в зале тоже враги сейчас есть, да? Нет, они просто ломятся сюда. Ну, двери, входные двери в это помещение реально хорошие. Что уже говорить, если даже не месяц их пробить не смог. Немножечко путь себе расчистим. Сейчас, я думаю, сохраниться надо пойти. После сохранения, собственно, следующей серии я, скорее всего, схожу, сейф открою. Потому что, мне кажется, уже можно это сделать. Потому что, на самом деле, я не уверен, что у нас еще остались места, которые мы еще не посетили. А, ленту я взял.
Так, надо убрать. Стой, магнум. Тем более, чтобы и запаса к нему нам все равно в ближайшее время известных мне мест не дадут. Поэтому сохраняемся, заканчиваем на этом серию. В следующей серии пойдем за патронами к дробовичку. И я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.